Пилоты российской серии кольцевых гонок в воскресенье испытали новую трассу «Сочи-автодром». Здесь менее чем через месяц пройдет российский этап Гран-при «Формула-1». На тестовом соревновании зрителей не было, однако в остальном седьмой этап российской серии кольцевых гонок прошел в обычном режиме. Обслуживающий персонал, медики, журналисты – все были на своих местах. После завершения заездов водители поделились впечатлениями о треке. В целом все удовлетворены качеством автодрома. Трасса хорошая, но немного однообразная. То есть повороты все достаточно похожи друг на друга. Вот. Но, в принципе, в России таких нет вторых трасс. То есть она широкая, быстрая, хорошая. То есть на формуле здесь будет, я думаю, интересно ехать. Трасса «Сочи-автодром» стала частью Олимпийского парка, принимавшего зимние игры 2014 в феврале. Спроектировал гоночный трек архитектор большинства трасс «Формула-1» Герман Тильке. Гран-при России пройдет в Сочи с 10 по 12 октября.